За одну неделю русская армия потеряла около 9 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Украинская армия делает все, чтобы сокрушить врага. За одну неделю было убито 9 тысяч российских военнослужащих. В Николаевской области россиянам нужны десятки вертолетов для перевозки убитых и раненых. Им было 19-20 лет. Что они видели в жизни, кроме интервенции в другую страну? «Убирайтесь домой со всей своей армией», — сказал Зеленский.